Woman power. Holy shit. She's going nuts. Holy moly. Holy shit. Сколько сейчас рейтинг, это норм? Я думаю, 1004. Базированный рейтинг, так сказать, выше среднего. 4-5 тысяч. Любого 5 качела посади на тролля, ну, у которого вот есть хотя бы 12 левел дота плюса на тролле, он зайдет просто в официалку и будет играть не хуже про игрока. Он любого про игрока заячит топорами. Вот просто любого чела посади, просто запиздит. Это как крестьянин с копьем, как говорил папич в средневековье. Такая же имба. Да на лами ебало, тварь, блядь! Я умер, ладно. Давай. Ох, блю, Учитесь. Учу играть молодых талантов. Смотрите, падайте сюда. Лезайте в ту. Она не звезд... Пришло время стать настоящим боссом Зис Дота. На самом легендарном сайте по рандучкам в Доте раздраконили шансы на арканы более чем в 3 раза. Теперь все эти сеты можно получить еще быстрее и дешевле, ведь сейчас на тесте самые высокие шансы на топовые вещи. Выбить арканы теперь легче, чем когда бы то ни было. Самый выгодный способ пополнить баланс — это оферы из Secret Shop, а ведь они дают тебе еще и кучу бесплатных ништяков. Специальный промокод. Заходи на самый легендарный сайт по рандучкам и выноси горы аркан по увеличенным шансам. Вчера Стрей на стриме говорил, что переигрывал тебя в каждой игре по макро, и в конце сказал, что ты был самым слабым керри турнира, из-за этого вы вылетели. Может ли он такое говорить с 11к? Конечно может, это же Стрей. Вот кому-кому, Стрею вообще все что угодно можно говорить. Лучше, что хуже. Нет! Ой, ребятки. Ой-ой-ой. Какой батя? Это на мувик. А, это уёбище меня зарейдило. Тимадо, Юсен. Don't trade me, уёбище. Я ебал твою мать, окей? Тимада, у тебя мама шлюха. Нахуй ты меня рейдишь? Это тульт, если ты так хочешь. Хватит терроризировать мой мозг. Это же просто пиздец. 11-й. Что берешь? Что качать? У него 2 скиллпоинта не прокачаны. У него тролль 9 левела вместо 11-го. Что за пиздец? А, так подожди, они отдали Рошана? Они отдали Рошана при таком лиде? Ебать вы ч... Ладно, они специально руинят игры, я уверен. Левый талант, да блять! Это же какой-то вообще фрик-сквад ебучий. Да, блять! I mean, good discipline from Quest there not to try and wait around to secure the kill, because, you know, you're taking a fight so close to that middle tier 1 tower. Miracle? It gets caught out! Oh no! Поднимают воздух. Ставится арена Марса, и она не дает бить фонтану. Даже фонтан не может сделать. Блять. Что за хуйня снова наносил? Меня просто в примьюте. Кто это вообще? Это джинь. Ладно, похуй. Да там долб на Рубике, кого ты слушаешь? Так что за х**с на Магнусе? Я так и не разобрался. Да запни ебало, 40 лет х**ня. Вы злые такие, блядь. Я хочу, чтобы он со мной поговорил. Х**ня ты ебаная, не открывай ебаще свое, это же просто пиздец, отвратительно. А,
Охуеть, челу 40 лет, вместо того, чтобы телевизор погромче сделать, думает, ну, да ебало, доки открою. Ну, пошел он нахуй! Если бы я знал, что это старый лох, я бы мед не отдал. Бля, Данька всю драку просто фоткал, если что. Нашел, похуярился, еще похуярился. Я успиздил, по крайней мере. Я видел, типа, какая-то, короче, медийная команда там есть, в которой, типа, Заур участвует. Но я у него спрашивал, он сказал, что он не едет. Он им забыл об этом сказать. Крис, чему ты... Why you hit Goshen? Потому что я помогаю, Рошан. Я тебе скажу. Тебе нельзя, Крис, потому что ты мусульманин.